В Новочебоксарске раскрыто двойное убийство. В Следственном управлении Следственный комитет России по Чувашии сообщает, что 52-летний подозреваемый задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 5 июля подозреваемый, находясь дома у своего знакомого, в ходе ссоры, возникшей между ним и двумя мужчинами в возрасте 30 лет и 31 года, также пришедшими туда в гости, нанес им несколько ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшие были доставлены в лечебное учреждение, однако от полученных ранений скончались в тот же день через короткий промежуток времени. Подозреваемый был задержан и первоначально отрицал свою вину, однако после проведения неотложных следственных действий и закрепления доказательств его причастности к содеянному, он сознался в совершенном особо тяжком преступлении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что в 2015 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Судимость за указанное преступление в настоящее время не погашена.